за все хватаюсь. Вот сейчас вам покажу. А, вот. Вот я в СИЗО садил, а потом там было 45. Да хрен ему сделается-то. Понимаете? Как я сделал? Мощный полутораметровый саженец чикнул вот тут вот. Поняли? Вот все, это деревня Сизая. Вот так вот. Ну почему это, если нету снега, ничего, в этом месте всегда теплее, чем на высоте. Так, раз. Есть снег, можно укрыть, единственное, что когда будете укрывать, смотрите, вот это дерево укрытием не погубишь. То оно и так расползлось, еще раз прижмет ветки и все. А бывает, смотрите, если стандартный саженец, а он, допустим, метр полтора, а вы еще и снегом закидаете. А если целиком ветки или вот так вот сломает, садится, тяжелеет снег, ночью примерзает, прямо к, это, к веткам скелетным, а потом начинает неравномерно оттаивать, и вся эта мощь вот так вот, все, инвалид. Или, если еще боковых веток нет, он вот так ломает. Смотрите, вот единственный вот побег, он, допустим, 50 сантиметров, 80 метров, но без боковых веток. А она же обрезать-то не любит. Вот как я, видите, в фотографии. Я горжусь такими фотографиями. Это войдет когда-то в учебники. Лучше фотографии не бывает, потому что она с плодами, ей 45 по барабану. Понимаете? Под снегом сидела-то. Тут никаких секретов-то и не надо. Я же ничего нового не выдумал. Вон Ярославцев накинулся. Надо то, что само в руки идет, использовать. Так. И вот получается это. Если одна, еще боковых веток нет, саженец мощненький, все, а такие продают. А боковые ветки еще не сажать умеют. Вы видели Беккер, как боковые ветки отрезает, посылку распечатаем. Моё. Вот такой толщины, эти самые. И вот так вот на штамбе все. И называется этот самый колновидный. Обрезали в наглую все боковетки на смерть. Так вот такой саженец, естественно, что получили. И мысли нет, что надо обрезать. Наука железова, она одному из тысячи пока годится. А может и реже. И вот тогда, я это проверял на сотнях деревьев, я сам начинал с этой ошибки, вот так ломает. Почему так, объяснить не могу. Но когда 100 деревьев стоит, саженцев однолетних, мощных, жигулевских, у основания вот такие вот, такие красавцы, и вот так вот все изломаны, вот, мне хватило одного урока. А потом пусть говорят, что это не наука. Поняли мы это? Так, возвращаемся к своим баранам. Давайте дальше читать. Казахстан, привет. Селиванова, Самары, привет. Так, добрый вечер всем. На Северном Урале сильно похолодало. Ну, показывали прогноз, что все, отпускает вас Урал. С той стороны уже там чуть ли не плюс. С той стороны гор. Доценко. Привет, Северный Кавказ для меня всегда был и есть. Если у вас не Сибирь, то ветер. Если у вас это, у вас так. Или если тайга, то Сибирь. А если у вас голое место, то обязательно эти, ветер до 30 метров в секунду. Поэтому тяжко выжить. Для вас вот это-то и надо. Вот это вот. Еще и больше важно, чем в других местах. Так, откуда я выпал? Нет, не отсюда. Уже забыл.